Всем привет! В этой старой записи видно, как мы с ребятами на тренировке отрабатываем удар Маваши Гери. Для начала мы сначала поднимаем нашу ногу, сгибая ее в колени, потом мы переносим корпус, весь вес на стоящую ногу и, поворачиваясь к нашему противнику, разгибаем ногу, как пружину, выбрасывая ее вперед в область живота. Характерно держаться за партнера при отработке этого удара для того, чтобы научиться правильно стоять. То есть вы можете освободить свою руку, дав партнеру возможность держать вас. И тогда у вас получится действительно научиться контролировать свой удар. Здесь же мы в этом отрезке показываем одну комбинацию освобождения от захвата за грудки. И причем эта комбинация интересна тем, что начинается она одинаково как в китайском хунгар, так и в южнокорейском хапкидо. Вас хватают за грудки, вы этой же рукой, то есть одноименной рукой, вас схватили правой рукой, вы правой же рукой закладываете локоть на руку противника и свободной левой рукой подбиваете ребром ладони под челюсть, сбивая противника на землю, на пол, лишая его возможности устоять. Это касательно именно южнокитайского стиля хунгар. У китайцев считается, что чем больше движений вы сделали, обманчивых или каких-то там финтовых, тем круче смотрится в конечный эффект. Чего не скажешь о южнокорейском хапкидо. В южнокорейском хапкидо мы делаем это одной рукой. Вот смотрите, я убираю руку за спину и только одной рукой заворачиваю полную дугу и свободной, именно свободной своей рукой, после того, когда я сделал заворот, бью человека в подбородок, сбивая его с места. То есть получается, что я при помощи одной руки захватываю его в зажим и сбиваю этой же рукой. Это очень опасный прием, именно из хапкидо очень опасный прием, потому что он выбивает ротационную манжету. Вот так.